Скорость – это время. Да? Наступление событий в жизни человека, неважно, в личностном или в бизнесном, неважно. Но в бизнесе, когда ты берешь ответственность на себя и ты раскладываешь поэтапно, что тебе нужно сделать, чтобы получить конечный результат, и у тебя нет эмоциональной закраски, окраски этого всего, потому что мера ответственности и уровень договоренности, да, ты соблюдаешь. В личных характеристиках, в личных отношениях мы всегда включаем точечку ожидания, что меня поймут, мне скажут. То бишь мы изначально идем в чужую систему, в чужие правила. Да. И человек нам включает ускорение. Ну-ка, я сейчас не готов, давай завтра, а ты сегодня вот это. Да? Не ты назначаешь себе условия, не ты формируешь себе условия задачи, а человек начинает тебе формировать. И в ее, его понимании. Ты это можешь и должна сделать условно за 2 часа, а в силу твоей природы ты делаешь за 4. И человек недоволен. И пошло ускорение, и пошло наматываться. А вместо того, чтобы договариваться, либо делать самому? Конечно. Почему изначально нужно договариваться? А эмоции?